Ну что, пока не остыли мои впечатления от покатушек на этих снегокатов, рассказываю. Всем привет! Сегодня у нас были две экспериментальные разработки. Иштихмаша на прокате. Называются они Искра. Причем, если вы посмотрите, с виду они одинаковые, но на самом деле два принципиальных различия в трансмиссии. Сейчас подробнее расскажу. Первый у нас это желтенький или оранжевый? Оранжевый. Понятно. Первый у нас оранжевый. Оранжевый друг. Значит, Искра 1 или Искра 2. Здесь у нас установлен двигатель Лифан КП-230, 8 лошадей с редуктором, как вы успели заметить. Поэтому здесь приводная цепь располагается по ходу движения с левой стороны. Гусеница здесь применена шириной 380 мм, длина 2878 мм. Подвеска, как мы сейчас посмотрим, здесь у нас склизовая. Причем склизы идут и снизу, и сверху. Вот таким образом. Ни одного катка. Привод у нас задний. Тормоз применен механический велосипедного типа. Вот. Если мы посмотрим с левой стороны, мы видим приводную цепь, которая идет от непосредственно редуктора. Закрывает цепь вот такой защитный кожух. Смотрим экипажную часть. Здесь у нас вот такие нескользящие пластины. Очень удобно. На ней располагается нога в зимней, в любой обуви. Не скользит. Такие же пластины применены спереди. Кроме того, спереди, как мы видим, идут еще жгуты, проводки и троса, которые идут на руль управления. Руль это, так скажем, не поворачивающийся руль, а за который райдер держится. С левой стороны у нас тормоз с функцией стояночного. Посередине светодиодная фара. С правой стороны у нас рычаг газа. И здесь есть глушилка. То есть так глушится у нас двигатель. И чека у нас одевается на руку, чтобы при падении у вас сноуборд не уехал. Руль у нас складывающийся. Здесь применен болт велосипедного типа. Мы быстро его откручиваем. Таким образом у нас складывается руль. И вы, допустим, вдвоем можете легко загрузить в багажник автомобиля. Если это будет седан, либо какой-то небольшой автомобиль, то нужно будет сложить заднее сиденье, и он поместится. Также, когда приехали на покатушки, можно быстро поставить руль обратно. Смотрим следующую модель. Возможно, это называется Искра 2. Повторюсь, это экспериментальные модели, поэтому название не утверждено. Итак, что мы здесь видим? Тот же самый двигатель КП-230, 8-сильный, производитель Лифан. Но здесь, как мы видим, с левой стороны стоит вариатор ТАВ-240. Он закрыт вот таким пластиковым кожухом на двух защелках. Вот я открываю защелки. Снимаю кожух. Вот мы видим вариатор ТАВ-240. Обратите внимание, снег немного попал в область работы вариатора.
что не рекомендуется. Поэтому, по моему мнению, вот, если обратите внимание на кожух, я бы нижнюю часть вот этих отверстий охлаждающих все-таки бы закрыл. Либо периодически очищайте от снега область работы вариатора. Но все-таки просится решение закрыть каким-либо образом нижнюю часть этого кожуха. Одевается обратно также он легко. Нужно просто совместить отверстие с этими шпильками и защелкнуть. Да, и если говорить о снеге, то видите, тепло от двигателя топит снег, который у вас намело на экипажную часть, поэтому изредка чищайте его, чтобы он не превратился в лед и у вас здесь не застыла такая масса льда. Как вы видите, двигатель доработан. Здесь поставлен так называемый защитный экран-холодильник. То есть вы уже не обожгете ногу. Как-то я катался на самодельном таком сноуборде. И вот результат. Результат, как говорится, на лицо или на колено. Здесь такого не произойдет. Ну, а в принципе, вся конструкция повторяет желтый экземпляр. То есть синий, он, его рама полностью идентична предыдущему образцу. Но из-за того, что здесь приводная цепь с правой стороны, потому что, как видите, у нас трансмиссия с промежуточным валом, поэтому от вариатора через промежуточный вал и приводную цепь с правой стороны у нас идет привод непосредственно на гусеницу. Поэтому в данном экземпляре тормоз у нас располагается с левой стороны. Что касается управления, можно ездить в нескольких вариантах. Первый вариант, второй вариант, третий вариант. То есть вот вы встали, так можете ехать. Ну, четвертый вариант, наверное, для совсем уж неадекватных людей. Вот. Что касается, когда он у вас забурился, застрял, вы легко можете выехать из глубокого снега. Что вам нужно? Перенести центр тяжести, допустим, на зад. Благо, длина его существенная. И, нажав на ручку газа, он выстреливает из любой, так скажем, низины, из любого сугроба. Вот. Ну и, как я уже сказал, поворачивать мы вот таким образом будем. Можно еще разворачиваться вот таким образом. Как я говорил, выезжаем из сугроба, также можно развернуться, перенести вес на заднюю часть, газануть и переставить. То есть очень много вариантов экстремалить на этих сноубордах. Ну вот, я рассказал про конструкцию данных сноубордов. Теперь поделюсь впечатлениями от езды на одном экземпляре и на втором. Искра-1, Искра-2. Итак, начну с редуктора сноуборда. Итак, здесь при нажатии на рычаг газа сноуборд начинает медленно ехать, набирать скорость. Поэтому контролировать очень удобно. Дозировать усилия на рукоятке газа прямо, ну, комфортно. Единственное, когда ты набираешь максимальную скорость, а максимальная скорость по утоптанной трассе я сейчас замерил 17 км в час, все же недостаточно. То есть не дарит тех эмоций, как, допустим, экземпляр синего цвета. Так вот, повторюсь, максимальная скорость этого оранжевого сноуборда 17 км в час. Что касается синего, у него скорость в два раза быстрее.
Здесь вариаторная трансмиссия, вариатор ТАВ-240 стоит. И что касается рукоятки газа, при нажатии на нее сначала при работе вариатора, ну так скажем, идут попытки тронуться с места. Потом ты нажимаешь резче, и он прямо выстреливает. Поэтому дозировать усилия на рукоятке газа здесь нужно аккуратнее, нежели на предыдущем образце. Однако, когда вы набираете максимальную скорость, а напомню, она свыше 30 км/ч, я думаю, можно и больше развить, он прямо дарит эмоции. Ты заезжаешь, как сейчас, в глубокий снег, а снег у нас очень глубокий. Сейчас где-нибудь продемонстрирую. Ну вот, на самом деле, там где-то подальше он был поглубже. Это свежий, пухлый снег. Вот. И на скорости 30 км/ч на нем легко поворачивать. То есть вы наклоняете свое туловище, тело вместе со сноубордом и легко закладываете виражи. Прямо очень классно. Дарит эмоции. В отличие, допустим, от экземпляра с редуктором. На нем все-таки при повороте нет той устойчивости, потому что у вас нет скорости. То есть получается, за счет центробежной силы ты устойчиво стоишь на сноуборде при таких поворотах, где ты стоишь под 45 градусов относительно земли или снежного покрова. Итак, вывод. Первое. Кому подойдет этот наш оранжевый сноуборд? Это, конечно же, в первую очередь для проката, потому что он не травмоопасный, всего лишь 17 км/ч. Но, как говорится, в любом случае нужно одевать средства защиты индивидуальной, будь то шлем, перчатки, наколенники. Второе. Он надежнее. То есть вот редуктор, он не боится ни снега, ни воды, ничего. То есть данный сноуборд в прокате будет служить долго, и никто его не сломает. Может быть, специально только. Что касается синего сноуборда, он все-таки более травмоопасен, все-таки скорость 35 примерно километров в час, и это очень опасно. Сегодня, напомню, у нас 3 дня шел снег, уже, наверное, 4, но сегодня уже мороз, и земля под этим пухлым снегом все-таки здесь имеет свои неровности, различные замерзшие муравейники. И когда ты налетаешь на сноуборде на такое препятствие, все-таки это неприятно. Напомню, подвеска у сноуборда лишена всяческих амортизаторов, то есть пружин, здесь ничего этого нет. Поэтому приземление бывает довольно-таки жесткое. Я вот стукнулся коленом об двигатель при одном неудачном приземлении. Поэтому все-таки нужно одевать наколенники, шлем и так далее. Вот. То есть это все-таки для взрослых людей, для экстремалов, коим я не являюсь, поэтому я ездил аккуратно. Вот. Поэтому оба экземпляра имеют своего покупателя, свое будущее. На этом будем заканчивать. Еще раз напоминаю, это экспериментальные две разработки. Как они пойдут в серию, мы снимем обязательно отдельный обзор и обязательно покатаемся, а может быть, сравним, допустим, со снегокатом Соболь. Всем счастливо, до новых встреч! Так, ну что, думали, что я попрощался, но нет, подъехали специалисты из Техмаша и представили доработку данного
сноуборда. Я все путаю. Сноуборд, снегокат. Итак, в чем отличие? Сноуборд без лыжи. Но специалисты Иштехмаша придумали для тех, кто хочет сэкономить, два в одном. Когда у вас есть сноуборд без лыжи, вы на нем катаетесь. И, допустим, кто-то из членов семьи захотел тоже кататься, но у него нет навыков, чтобы управлять сноубордом. Тогда есть выход. Это доработанный сноуборд, который превращается в снегокат. Что нужно сделать? Это убирается штатный руль и прикручивается вот такой руль уже с лыжей. Посмотрим на его устройство. Все органы управления переносятся со штатного руля. Вот сейчас ребята вдвоем переделали сноуборд в снегокат примерно за 10 минут. Здесь получается у нас три точки крепления. Вот здесь стоял штатный руль. Вот, посмотрите, то есть вы на это же место ставите вот эту платформу. Вот у нас два болта. Здесь болт, где у нас стоял болт велосипедного типа штатный. И по бокам получается с левой стороны и с правой стороны аналогично цепляется данный лыжный модуль. Причем лыжа у нас съемная, вы снимаете ее. Руль также у нас складывающийся, то есть откручиваете этот болт. Сюда можно поставить болт велосипедного типа, такой же, как и этот. И тогда вы быстро можете сложить руль. И, ну, получается, у вас где-то база сноуборда, а сейчас он в виде снегоката, увеличивается на сантиметров, ну, где-то 30, для того, чтобы поместить его в автомобиль. Вот, прокатившись, после того, как ты ездил на сноуборде, все-таки с лыжей немного непривычно, то есть совсем другие ощущения от управления. И все же вот на такой конструкции можно ехать не спеша. Можно ехать не спеша, поворачивать также не спеша. Ну и, конечно же, можно, допустим, буксировать сани волокуши. Здесь нет фаркопа, но можно зацепить вот за заднюю дугу и, допустим, покатать кого-то из членов семьи. Однако, если вы кого-то будете катать, нужно сюда все-таки предусмотреть какой-то брызговик. Иначе снежная масса, которая будет вылетать из-под гусеницы, будет лететь на вашего, получается, члена семьи, которого вы будете возить в санях, либо на ватрушке. И вообще, что хотелось сказать. Допустим, на сноуборде, когда едешь, да, вот этот задний брызговик, он не нужен. А вот передний, допустим, когда ты влетаешь на большой скорости в снежную массу, отсюда вылетает вот так вот на тебя снег. Кому это не нравится, можете предусмотреть здесь брызговик. Я не знаю, производство предусмотрит или нет. По мне, это дополнительное ощущение на самом деле. Когда ты на большой скорости въезжаешь в сугроб, и такая снежная масса. Если у вас GoPro еще стоит, это будет вообще чудесно смотреться. Вот. Все, что я хотел рассказать о данной конструкции. Молодцы специалисты из Иштехмаша, что предусмотрели вот данный образец, данный лыжный модуль. А теперь уже точно прощаюсь. У нас сегодня минус 15, поэтому немного холодновато. Всем пока!